приехали, всем привет, на салют, посвященный Дню Победы, поснимать. Время 9:30. Ну, там вот так, вокруг. Да, плавно. ГАИ. Куча машин, куча народу. Ветра нету. Народ все прибывает и прибывает. Кто там плещется? А? А? Кто в реке плескался? Я откуда здесь кто? Рыба? Да ну какая рыба? Хариус. Вкусный. Ну он там по... едут машины туда. По мосту? Нет, по мосту. Надо было тоже туда, наверное. Ты что? Здесь лучше? Что-то ветерок поднимается. Время без 15:10. Самолет. Вот сколько он летит? Высота? Полторы сотни, 200 идет. И тут еще в тумане. Ничего не видно будет. Видно, ничего не будет. Я так думаю. Посмотрим, что теперь. Вон сколько морозоустойчивых граждан собралось. Здесь-то они низко на посадку заходят. Да, впереди нас, позади нас, на другом. Детей-то надо. Иди, проходи сюда. Где салют? Где салют? Говори, где салют? Немедленно! Ты сколько секунд тут летишь? 3 секунды. 3 километра. Километр. Вот смотри, смотри. Как красиво. Сейчас красиво. Ой, что за? Не страшно тоже. Смотрите, смотрите, туда. О, пошло. Сейчас, баба. Что это за дырка? Если 2000 снарядов, они будут всю ночь стрелять. Ну на. Не знаю. Сейчас пойду. Пойду. Опа. Баба. Что-то не то. Они должны залпом делать. А что это такое? Ну, они всю ночь будут стрелять. 2000 снарядов. 2000? Ну, 2 написано было. Да? 2300 даже. 2000 снарядов. Вон стреляют, видишь, 2 пушки стреляют или что-нибудь. 30 пушек должен стрелять. Нет, больше 4, да? Во, сейчас бабахнем.
А что-то они выстрелили, а опять мало. Я, можно, вот тут так подошло, вот опять стреляли. Они что-то стреляют, стреляют, а видишь? Ну ничего так, волна доходит. Тебе что? Ничего. Ну это не то. Я думал, а что, было лучше? Ну три было, да. Он вообще, когда с этой смотрел с корыта, на ней прям вообще много стреляли. И когда вы уезжали-то были, стреляете или что ли? Вот они как-то... Ну это не то. Бабахает за знатно. Они по две пушки стреляют. Ура! Ну это же не это самое. А видимо гаубицы, может, не стали применять какие там ввиду погодных условий. Ура! Ой, опять то же самое стреляет, вот сейчас видно же, как они на полу стреляют. Вот вон они полетели, они летят. Вот сейчас поменяю, сейчас внизу штучка пониже вылетела. Они то же самое, вот как бы. С одного и того же места стреляют? С одного и того же места. Да, с одного и того. Я-то думал, как бы, хотя бы больше будет. Но здесь ты подожди, самое интересное будет вот в конце, как шарахнут. Чего они не шарахнут? О, пошли. Ой, а где там что-то? У них? Но. Внизу что-то грохнуло. Ну, внизу. Они там живые. Что-то внизу там попахнуло, у них не взлетело. Да, беда. Но вспышку вот там была, да. А потом грохот. Вот сейчас вспышки пошли. Вот раз, два, три, они. О. Я-то думал, они вот так, как хотя бы люди. Они с одного места это и все. Я машина. Все, мы пошли, мы смотрелись. Пойдемте. Элина таки. Люди замерзли уже, уходят. Все. Ничего, достоим. Маленько. Да еще 10 минут постоим уже. Сколько приехали, столько мерзли, стояли. О, полетел. Нет? Вот сейчас внизу полетел. И выше полетел. Не, ну они так-то по этому... 12 минут они стреляют. Я думал... Ну я тоже думал, что будет, да. Тут, да тут весь берег думал. Вон полетела маленькая. И вот сейчас выше большая. Ну и все. Хотя бы 3 залпа, да и ладно. Да, 3. Сразу 3. Всем да, бы вот хватило. 3. Не, ну да, как сейчас, минимум 3. Но стреляет с одного и того же места. И 3 раза подряд. Было бы. Во, опять стреляет. Ох, моё. Эффективно, но неэффективно. Печально. Печально. А люди сейчас будут уходить и уезжать.
Вот это на 15% лучше. Ну не стреляет, как вот это. А вот что-то там внизу бабахнуло. Ух, слушай, прям вообще. Там, может быть, на кустами не видно. Она понизу пошла. Там это. Ну а эти все уезжают. Слева берега. Ты угол линзу поставил? Ну видно, видно, видно. А ты этот объектив-то протирал, нет? Все, все протерто. Они вроде бы как бы бабах это много, а что-то там или половина не срабатывает, или что-то. Включай и одену. Ну, вот. Ой, ё-моё. Это что? Ничего нет. Это там? Что-то у них на земле взорвалось? Ну. Столпотворение рассасывается. Ну. Народ не очень-то в восторге от всего этого. От салюта. Господа ГИБДД стоят. У меня рука замерзла. Да и вообще я подмерз.